Регионам России необходимо улучшать инвестиционный климат. О вызовах экономики на форуме в Сочи говорил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Форум наш изначально был замыслен как инвестиционный, а инвестиция – это, по сути, выраженное через деньги внимание государства и частных компаний какой-либо актуальной теме. По итогам прошлого года наблюдается оживление инвестиционной активности и экономической ситуации в целом. Однако этого недостаточно. Важно, чтобы приток инвестиций не только обеспечивал работу традиционных отраслей, но и приводил к появлению новых. Если мы хотим построить сильную и здоровую экономику страны в целом, регионов, наше внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы ее структура была максимально разнообразной. Нужно стимулировать коммерческие инвестиции, создавать привлекательные для инвестора условия. Что надо инвестору? Мы это все понимаем, тем не менее, еще раз об этом скажу. Первое, может быть, важнейшее – это предсказуемость условий ведения бизнеса. Их обеспечивает стабильность налоговой системы, которая должна помогать бизнесу развиваться, низкая инфляция, которая не должна выходить за определенные рамки, вот мы говорили о 4%, сейчас она еще ниже, прозрачная и предсказуемая тарифная политика. Все это расширит и доступность кредитных ресурсов и горизонт планирования по бюджетным бизнес-проектам. Второе. Инвестору важен спрос на продукцию и понимание конкурентного ландшафта. Государство не должно ставить бизнес в условия несправедливой, избыточной конкуренции, что у нас подчас существует. То есть не должно поддерживать создание в соседних регионах аналогичных производств, если это не обусловлено реальным спросом. Это подразумевает более четкое планирование инвестиционных стратегий каждого региона и координацию с другими регионами. Сегодня хочу вас всех проинформировать. Я подписал решение об утверждении программы «Фабрика проектного финансирования», а также правил предоставления субсидий ВЭБу для осуществления кредитных сделок в рамках работы этой фабрики.